Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим пирог с консервированными персиками. Для приготовления нам потребуется 250 грамм муки, 170 грамм сахара, 180 грамм сметаны 20% жирности, 80 миллилитров подсолнечного масла, 10 грамм разрыхлителя теста, 3 крупных яйца и 5 половинок консервированных персиков, это 400 грамм. Приготовим тесто, смешаем яйца, сахар, масло, сметану. Все перемешиваем обычным венчиком, ничего взбивать не надо. Просто все смешать. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем снова венчиком. 3 половинки персиков я порезала вот такими дольками, остальные маленьким кубиком. Персики, порезанные кубиком, добавляем прямо в тесто. Осталось все хорошо перемешать. Тесто перед выпечкой готово. Дно и бока чаши мультиварки смазываем маслом. Я сливочным смазала. Выкладываем бумагу для выпечки. Это обязательно. Далее на бумагу выкладываем ломтики персика. Сверху все заливаем тестом. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в умной мультиварке SkyCooker M800 от бренда Red на режиме выпечка 50 минут. В других мультиварках можно готовить на режиме мультиповар 130 градусов или режим выпечка 1 час 10 минут. Время истекло. Достаем пирог с помощью корзины пароварки, просто переворачиваем на нее. Бумагу для выпечки используем хорошего качества, тогда она легко снимается. Вот такой замечательный пирог получился. Пирог слегка остужаем и перекладываем на тарелку. При желании пирог сверху можно украсить сахарной пудрой. Давайте разрежем и посмотрим, как он выглядит в разрезе. Смотрите, какой высокий, пышный он получился. А какой же он вкусный. Пирог с персиками получается очень воздушным, вкусным, несмотря на простоту приготовления. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!